начинаем театрализованный концерт, посвященный дню снятия блокады Ленинграда. Нежданная осень пришла в Ленинград. Пожухлой листвой шелестит непогода, и наша Нева вспоминает опять дождливый сентябрь 41-го года. Звучат сирены, метронома звук тревожит память деточек блокадных. Им выпало без счета адских мук, труда для фронта, без речей парадных им выпало. Но люди не сдались, не сдался город. Взрослые и дети, их память живущей поклонись. И расскажи, пусть помнят нашим детям. Бабушка Степанида, здравствуйте! А это вы что делаете? А это мы, Настенька, Ленинград от немцев затворяем. Ой, давай сюда. Вот сюда, да. А что же, гражданка Иванова сегодня не вышла? Да не видала чего-то. Мама, Макар Иванович, на работу поступила, на папин завод. Сегодня первый день на работу пошла. Так, значит, гражданку Иванову из списка вон. Нет, что вы, я теперь все за маму буду делать. И за хлебом ходить буду, и дома убираться, ну и вот здесь тоже. Ну так это ж совсем другое дело. А у тебя инструмент-то есть? Конечно, есть. Ну так беги, тащи скорее, приступай к делу. Друзья, юность конца.
так бегут? А как? Вот так. Подумаешь, тоже мне, я еще лучше сделаю. Остену тебя пирожки с капустой. А я не люблю капусту, я очень хочу пирожное. Мало ли что, нет теперь пирожных. Где же они? Гитлер все съел. Все? Ай-яй-яй, какая обжора! Почта, может, там от папы письмо пришло? Наденька, подожди! Николаева есть? Иванова, посмотрите! Поспелова! Казакова! Да посмотри, они же Иванова! Александрова! Держите. Ну посмотрите. Румянцева. Синичкины. Катя. Синичкина, Катя, есть? Катя. Моя. Мама, это от папы. Мама, от папы. Это от папы. Катя. Ишь какая. Сама читает, а другим не дает. Папа пишет, что Юнкерса сбил. Нет, это Афанасьевой, не из вашего дома. Ну что ты, не расстраивайся. Тебе пишут, не плачь. А я и не плачу. Ты знаешь, если вдруг понадобится моя помощь, найди меня. Я в райкоме работаю. Хорошо. Ну, до свидания, Настенька. До свидания. Настенька, придешь, спроси Ватрушкину. Не забудешь? Нет. Ватрушкина. Какая фамилия вкусная. Настенька, ты знаешь, мой папа немца побил, а твой побил? Может, и побил. Я не знаю, нам письма не было. А нам было. Вот больше никогда тебе вкусные пироги печь не буду. Ну не надо, мне мама испечет вкусные. А тебе не дам. Степанида. А что это с ней, а? Это я задразнила, им писем не было. Господи, Катенька, да разве ж можно за такое дразнить-то? А вдруг ее папу, не дай бог, убили-то? Настенька! Дыханием весны летят обалделые птицы, и в небе седом от войны сверкают орудий зорницы, и письма, как птицы, летят, ветра обгоняя и беды, и чувствует каждый солдат, осталось чуть-чуть до победы. Уходят с фронта в тыл куда-то, сквозь пуль свинцовые дожди, скупые весточки солдата. Вернусь с победой, только жди. Фронта в тыл куда-то, сквозь пуль свинцовые дожди, скупые весточки солдата. Вернусь с победой, только жди. А где-то в далеком краю, в слезах и тревогах утына, мать думает думу свою, ждет весточку с фронта от сына. Твой сын непременно придет и крепко за плечи обнимет, и в память
лучших друзей и лодку со звездочкой снимет. Уходят с фронта в тыл куда-то. Весточки солдата, вернусь с победой, только жди. Уходят с фронта в тыл куда-то. Весточки солдата, вернусь с победой, только жди. Же он. А он, ну тогда другое дело. Здравствуйте, Анна Васильевна. Здравствуй, Катенька. Ты куда-то собралась? Домой. Посиди с нами, чайку попьем. С удовольствием. Настенька, ты чай вскипятила? Конечно. Письма не было? Нет, не было. Это что же, опять? Убавили. Настенька, хлебушка. А Катя? И Катя, бери. Мам, а ты знаешь, почему нам письма не было? Да потому что некогда ему. И вообще, очень мало кому письма пришли. И Синичкиным? И Синичкиным. Это неправда! Я пойду домой и все-все расскажу! Есть несколько слов, их не так уж и много, которым для нас объяснений и сносок не надо.
таких беспощадно понятных, как слово «тревога». Таких неподъемно тяжелых, как слово «блокада». Блокада, и снова как будто гремит канонада. Блокада и гроздья разрывов над Невским клубятся. И тонкие руки несут сквозь пожар Ленинграда. Пакет невесомый, блокадный, паёк ленинградца. Как некую страшную небы я вижу, не верю глазам. Краюху блокадного хлеба, где мука с мукой пополам. Другая эпоха, иные события на свете. Меняется время, но помнят и люди, и город. Порывистый стук метронома по радиосети. И шорох поземки, и запах тротила, и голод. Стоят монументы, огонь негасимый пылает. Взмывают салюты, балтийское хмурое небо. Но все же нигде не спрессована память людская. С такой уже силой, как в этой молекуле хлеба. Как некую страшную небы я вижу, не верю глазам. Краюху блокадного хлеба, где мука с мукой пополам. Краюху блокадного хлеба, где мука с мукой пополам. Они сладкие, выпей. Настенька, не хочу. Как не хочу? Я пить хочу. Вот сначала капли выпей, а потом я тебе и чай налью. Я сейчас встану.
отлежусь немножко. Настенька, а ты куда? Макар Иванович, я за водой. Что с вами? Ослабел я, Настенька. А я думала, только моя мама заболела. Нет, Настенька, весь дом уже не тот. Ну а ты-то как, живешь? Живу. Молодец, так и надо. Попросить. А зачем? Мама чаю хочет. А что ты делаешь? Комнату убираю. А ты знаешь, почему нам папа не писал? Потому что он в окружении был. Где был? Ну, в кольце, понимаешь? Нет, не понимаю. Вот смотри, видишь чашку? Вот там, где чашка, там мой папа был. А тут вокруг немцы. Разве так бывает? А ты что думаешь? Мы не в кольце, и мы в кольце. Кто? Мы, ленинградцы. Все? А я и не знала, что я тоже в кольце. Ничего не бойся. Посидим, да выйдем. Мой папа, артиллерист, пробьется и все. А мой летчик, твой папа из пушки, а мой бомба. Ура! Ура! Да, все полетят. А тучки наши голубые от радости закружат в вальсе. Снова весь фронт раскален от огня, лупят зенитки три ночи, три дня. А в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Юнкерсы кружат и небо в огне, под небесьем не виден, милый, твой профиль в окне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем. Ах, эти
напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой станцуем. Наши санки. Ты же знаешь, мне нужно в театр их везти. Но я не отдавала, она сама взяла. Здравствуйте, Ольга Петровна. Вот вам ваши саночки. Большое спасибо. Настя, ты зачем без спроса взяла наши санки? А я и не без спросу. Мне Катя дала. Не стыдно тебя обманывать. Я всегда правду говорю. Всегда? Вот так всегда. Вот все-все расскажу. Тогда я мама пришла и спрашивает, нам писем не было, а она, нет, не было. И Синичкиным не было, и Синичкиным, а нам было. Ты правда так сказала? Сказала. Зачем? Мне маму стало жалко. Иди сюда, Настенька. Целуешь и целуешь. Вот папа придет, я ему все расскажу. Очень.
Это Тоня приходила. Ты помни ее, в случае чего? Она хорошая девушка. Да, она в райкоме работает, знаю. Как ты донесла такую охапку дров? А ты знаешь, откуда дрова? Это клен спилили. Иду я, а Макар Иванович кричит: «Гражданка Иванова, идите, дрова получите!» Вот я и получила. Совсем сырые. А тебе что, мамочка, уже совсем хорошо стало? Нам бы до весны дожить, а там не страшно. Почему? Тепло будет. Огород разведем, лучок посадим, картошечку. Скорее бы весна пришла, тогда и папа вернется. Что с тобой, мамочка? Мам, ты что, полежи, все пройдет. А хочешь, я тебе сказку расскажу? Хочу, Настенька. Ну так вот, в некотором царстве, в некотором государстве жила-была девочка. И были у нее мама и папа. Ты знаешь, ты помнишь, подруга, хоть память о том тяжела. Жестоко военная вьюга по улицам мертвой мела. Мы горечь потерь без остатка и спили до самого дна. Ведь мы же с тобой, ленинградки, мы помним, что значит война. Ведь мы же с тобой, ленинградки, мы помним, что значит война. Развалины милого дома, где мы тебя ждали всегда. И яростный пульс метронома средь крови, железа и льда. Листочки из старой тетрадки, все умерли, Таня одна. А мы ленинградки, мы помним, что значит война. Мы ленинградки, мы помним, что значит война. Мы знали отчаяние и смелость блокадных ночей без огня. А главное, нам страшно хотелось дожить до победного дня. И вот ради него без остатка мы отдали юность полна. Мы ленинградки, мы помним, что значит война. Мы ленинградки, мы помним, что значит война. С салютов рассыпятся искры, свой шаг ускоряют года. Под небом просторным и чистым все краше встают города. Пусть внуки уснули в кроватках, детям нужна тишина. А мы ленинградки, мы помним, что значит война. Мы ленинградки, мы помним, что значит война. Сейчас у Катиной мамы, она на фронт хочет. Ее театр на фронт едет, и она с ними хочет. А как же Катя? Сама не знаю. Наверное, придется в детский дом устроить. Вот, держи хлеб. Ой, а что это так много? А ты ничего не знаешь? Нам хлеба прибавили. Через Ладогу дорогу открыли. Понимаешь, ледяную дорогу. Машины идут одна за другой,
одна за другой. Ой, а что же это я все сама? Угощайте, что же. А мама-то спит-спит и ничего не знает. Можно я ее все-таки разбужу? Конечно, беги. Мамочка, просыпайся. Просыпайся, мамуль. В детском доме тебе хорошо, тепло будет. Вот смотри, девочки в одних платьицах ходят. Давай. Ну что ты? Ты думаешь, я у тебя твою куклу заберу? Да глупенькая я. Здесь у нас кукол сколько хочешь. Ты у нас отдыхать, поправляться, играть будешь. А ты знаешь, мы ведь, между прочим, с тобой тёзки, да. Я Настасья Ивановна. Но ты можешь звать меня просто тетя Настя. А знаешь, мы сейчас с тобой выкупаемся, и я тебе новое платье принесу. Ребят, пойдемте, поможете мне. Девочка, ты чего плачешь? Что с тобой? Настенька!
Катя! Ой, как хорошо, как я рада! А что, твоя мама тоже на концерт уехала? Когда она вернется? Скоро? Нет, не скоро. Я теперь тебя никуда не отпущу. Только я здесь никак не могу уснуть. А хочешь, я тебе сказку расскажу? Хочу. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была девочка. Она зимой жила, было холодно-холодно. А девочка всю весну ждала и думала, когда же эта весна придет. Она что, одна жила? Нет, она с мамой жила. Вот они с мамой и ждали вместе весну. Тогда и папа вернется. И однажды весна пришла. Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок. И словно по кругу привычная гонка, так бесконечна война. Сидит за баранкой машины девчонка, только не знает она, что будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой, и защемит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Знаки дорожные, улиц упруженных, дверь Кишинев, Бухарест. А над Калиною кружится, кружится черный дюралевый крест. Под этим крестом, как под тем кругом ада, теряя друзей и подруг. Ходила и ездила не за наградами, а чтоб разорвать этот круг. Восторженный взор, к этой победе смогла ты пробиться, девчонка, военный шофер. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защемит. И в горле станет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, но здравствуй, дом. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защитит. Откуда ж вы здесь-то? Домой пришли. Ха,
Гражданка Иванова! Макар Иванович! Ой, ну как ты? Живешь? Живу! Молодец, так и надо! Макар Иванович! И ты здесь, Ягоза! Ох. А я думала, вы уехали! Да как же можно уехать из родного города? Здесь я родился, здесь я и помру. Это мой дом. И мой, и мой. Конечно, вы его, а он ваш. Наш, ленинградский. Вот это улица, вот это дом, вот это барышня, что я влюблён. Воздушная тревога. Воздушная тревога. Упала бомба замедленного действия! Катя, давай быстрее, там твоя мама приехала! Где? Там, на улице! Ничего не боюсь. Мы с тобой столько горя видали. И бомбежки, и холод, и голод, и смерть. Даже в сказках такого с тобой не читали. Это страшно, что я ничего не боюсь. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло. Жизнь с ее насущным хлебом, забывчивостью дня, и будет все, как будто бы под небом. И не было меня изменчивой, как дети в каждой мине. Любивший час, когда дрова в камине становятся золой. Виолончель и кавалькады чаще, и колокол в селе меня такой живой и настоящий. На ласковой земле к вам всем, что мне, ни в чем не знавшей меры, чужие
обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви. Прощение обид за всю мою безудержную нежность и слишком гордый вид за быстроту стремительных событий, за правду, за игру. Послушайте, еще меня любите. Я в гости к тебе приехал. Мы тебя все ждали и ждали. Правда хорошо, папочка. Пап, ты знаешь, мамочка наша, наша мама умерла. Пап, ну ты не плачь. Я же не плачу, и ты не плачь. Я теперь во всем тебе буду помогать, как и маме. И чай тебе буду делать, крепкий-крепкий. Ой, а что это я лежу? В госпитале ты, Настенька. Госпиталь для тех, кто ранен на войне. И ты тоже ранена, доченька. А где Катя? Ой, я совсем забыл. Вот, узнаешь? Матрешка. Катя тебе просила передать, она тоже поправляется. Мы так бежали, бежали и не успели. Они наш дом свалили. Они за все ответят. И за маму. И за маму тоже. Говорит Москва. Последний час. Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда! Вспоминая, словно Танин дневник я листаю, и звучит в моем сердце седьмая, и зенитки на крышах стоят, а на полковских грозных высотах вновь в атаку бросается рота. Кровь смешалась с землею и потом, не сдается врагу Ленинград. Ленинградцы, на лихие годы мчатся, только Питер
песком зажигалки тушили и к Неве золотою ходили, и родных в канонерской могиле. Нет, нельзя это все забывать. Кто блокаду здесь в городе не был, не смотрел в это черное небо и не пробовал этого хлеба, до конца вас не сможет понять. Ленинградцы, ленинградцы, на лихие годы мчатся, только питерское братство помогает в трудный час. Ленинградцы, ленинградцы, не привыкли вы сдаваться. Этот подвиг, ленинградцы, будет жить в сердцах у нас. И стучали сердца метрономом, но Бергольц, ободрявшее слово, вырастало средь жизни суровой, как надежды живая стена. И ревели станки неустанно, через Ладогу шли караваны, только времени скрыли туманы. Имена, имена, имена. Ленинградцы, ленинградцы, на лихие годы мчатся, только питерское братство помогает в трудный час. Ленинградцы, ленинградцы, не привыкли вы сдаваться. В концерте принимали участие детская театральная студия «Счастливое время», руководитель Эльвира Пономаренко, Анна Свиридова, Александра Прохорова, Татьяна Прохорова, Валентина Абидейко, Владимир Петров, Виктория Жукова, Лилиана Зиганская, Дмитрий Телятников, Константин Иорганжи, Владислав Батурин, творческие коллективы и солисты города Сочи, вокальная студия «Родники», руководитель Татьяна Якимова, Ольга Череватенко, хореографический ансамбль «Задоринка», руководитель Анастасия Кадевич, солистка ансамбля «Лантана» Дарья Коваль, руководитель Екатерина Кизилова, Ирина Симутина, танцевальный коллектив «Арт-проект Танц Артерия», руководитель Мария Бородина, студентка Сочинского колледжа искусств Анастасия Фаршатова, преподаватель «Амаяк» Шахланчан, хореографический ансамбль «Жемчуг», руководитель Наталья Гомонова. Особая благодарность за помощь в организации и проведении мероприятия
выражается коллективу Лазаревского центра национальных культур. Режиссер театрализованного концерта Елена Самохвалова. Thank you.